Hello everyone, it's me Alex. I am greeting you from the School of English in Pushkina. Well, and outside the door of the office, it is summer. It's so beautiful. The summer, full of smell of flowers and full of greenery. And I hope you enjoy this time. Don't forget, it's so short in our Russian climate. And by the way, we are doing two things, because we are enjoying summer and we are learning English, and we are learning English with an outstanding English teacher who is well known across the world, and you have a feeling of immersion. You are immersed somewhere in an English speaking surrounding, which means that you can imagine yourself sitting somewhere at her school in London or New York, and you can imagine you are listening to her. Всем привет, я Алекс, я приветствую вас из школы английского языка Пушкина, а за дверью школы лето в полном размахе, это середина лета, и воздух полон запахов цветов, все кругом настолько зелено. И вы наслаждаетесь этой погодой, я надеюсь, вы слушаете эту программу, делаете две вещи очень полезные параллельно. Тем более, что программа ведется мною совместно с замечательной английской преподавательницей, широко известной по всему миру, и вы чувствуете себя как бы сидячи где-то в Нью-Йорке или в Лондоне, у нее в школе. И понимаете, что это не такая легкая задача понимать английский из уст носителя. So, you're always welcome to the School of English in Pushkina, where probably we can explain grammar to you a little bit better than she does. So, it's all from my side. Let's listen to her side. Ready? Okay, let's begin. Inversions. Inversion means putting the verb before the subject. Inversions means putting the verb before the subject. Инверсия, то есть в английском языке, в отличие от русского, очень жесткий порядок слов, подлежащее, сказуемое, дополнение, обстоятельства и так далее. Нежелательно делать никаких перестановок в английском предложении. В отличие от русского языка, пожалуйста, меняйте сказуемое с подлежащим местами. Вы прекрасно поймете смысл предложения. В английском языке этого делать нежелательно, потому что может коренным образом измениться смысл предложения, смысл высказывания. Так все-таки inversion существует, но она существует, то есть перестановка, порядок слов в английском предложении, inversion, существует, но эта инверсия существует для определенных целей. Давайте послушаем, для каких. Let's look at inversions in informal English. The most common case of inversion is in formulating questions. Okay, inversions in informal English. The most common case of inversion is in formulating questions. Да, мы сейчас будем рассматривать случай инверсии, когда строится английский вопрос. Английский вопрос. Давайте посмотрим. For example, here is a statement. Oliver is looking for a new job. To change this into a question, you put the auxiliary is before the subject Oliver. Is Oliver looking for a new job? Okay, so Oliver is looking for a new job. It is a sentence. Оливер ищет новую работу. Мы в русском языке делаем вопрос. Оливер ищет нужную работу с помощью интонации. Здесь часть глагола, а именно глагол-связка, то есть to be, выносится на первое место. Это и есть инверсия. Перестановка происходит в английском языке для формирования вопроса. Is Oliver looking for a job? Оливер ищет работу. Another common case is after the expressions so, neither,
or no to express that the same is true of someone or something else. Another common case is after the expression so, neither or nor to express that the same is true of someone or something else. Итак, инверсия присутствует при таких выражениях, как so, neither, no, by the way. Между прочим, neither, neither – это английский вариант, американский вариант. Neither – это British pronunciation, британский вариант. Американский вариант neither, ну так, на всякий случай. Итак, вот если здесь в предложении есть такие слова, то часто присутствует инверсия. Смотрим. Let's look at a positive sentence. For example, Oliver is looking for a new job. How about Ellie? Let's say that Ellie is too, or you can simply say Ellie too, or you can start with the word so and then use an inversion. So is Ellie. Okay. Итак, что у нас здесь имеется? Oliver is looking for a new job. How about Ellie? Oliver ищет новую работу. А Элли? А как Элли? А как насчет Элли? И тут разные варианты. Элли is too. Элли too. Такие более-менее неформальные вот эти. Элли is too. Элли too. Это в конструкции присутствующие в разговорном английском. So is Элли. И Элли тоже. So is Элли. И смотрите, здесь is вынесено на первое место, ну, вернее, на второе, но оно перед подлежащим, инверсия. Окей, ну, такая формальная дискуссия у нас сегодня с ней, с преподавательницей, просто показать вам вот эти варианты инверсии. Вы, я думаю, прекрасно знали, что so is Ellie, и Ellie тоже вам знакома эта конструкция. Ну, повторение мать учения. Good. In a negative sentence, we use neither or nor. So if our sentence is Oliver isn't looking for a new job, how about Ellie? You can say Ellie isn't either, or simply Ellie neither, or you can start with neither or nor and then invert. Okay. Oliver isn't looking for a new job. How about Ellie? Теперь мы говорим о отрицательных предложениях. Negative sentences. Оливер не ищет новую работу, а Ellie. И в этом случае, смотрите, такие более-менее разговорные фразы. Ellie isn't either. Или Ellie either. Окей. Либо более-менее формальная, строгая конструкция. Neither is Ellie. No is Ellie. Так, здесь подтверждается то же самое, что и в главном предложении, но только короткой фразой no is Ellie. И Ellie тоже в смысле не ищет работу. Отрицание не ищет. Окей. Neither is Ellie. Neither is Ellie. Nor is Ellie. Nor is Ellie. Now, let's look at inversions in formal English. Inversions in formal English. Strong. Other cases of inversion are mainly found in formal English. Certain expressions come to the beginning of the sentence for emphasis and are then followed by an inversion. We can divide these expressions into five groups. Давайте посмотрим, что здесь нам она хочет сказать. Other cases of inversion are mainly found in formal English. А другие варианты инверсии в основном присутствуют в формальном, строгом, то есть письменном английском. Certain expressions come to the beginning of the sentence for emphasis and are then followed by an inversion. Некоторые выражения ставятся в начале предложения, чтобы придать эмфатику, то есть придать окраску, придать какие-то усиления, усилительные моменты, привлечь внимание. И после этих фраз, которые усиливают и эмфатику придают предложению, после этих фраз часто следует инверсия, то есть изменение порядка слов. We can divide these expressions into five groups. И эти выражения, после которых пойдет инверсия, могут быть разделены на пять групп.
The first group is negative adverbial expressions and negative frequency adverbs. For example, under no circumstances is a negative expression. If you put that at the beginning of the sentence, you need to switch the subject and the verb around. Under no circumstances should we accept these terms. Okay, итак, вот эти группы. Первая группа – это negative adverbial expressions and frequency adverbs. Окей, наречные выражения, либо наречие чистоты. Ну, не надо так пугаться, наречные выражения, наречные чистоты. Просто, пожалуйста, повторяйте за мной, за ней. Вот смотрите, такая under the circumstances. Under the circumstances. Вот эта конструкция, после нее желательно использовать инверсию. Should we accept these terms? Глагол should стоит перед подлежащим we. Почему? Потому что здесь вот эта фраза присутствует. Ни при каких обстоятельствах мы не можем принять эти условия. Ни при каких обстоятельствах. Вот такая фраза, она эмфатику придает предложению. То есть окрас, ну, может быть, знаете, такая... какая-то строгость появляется или негативная какая-то оценка. Идет дискашн, идет дискуссия на совете директоров и CEO, executive officer, генеральный директор говорит: under no circumstances should we accept these terms. Ни при каких обстоятельствах мы не можем принять эти условия. Все замерли. Okay. Another negative expression? In no way. In no way could James have passed that test without cheating. In no way could James have passed that test without cheating. Еще одна конструкция, придающая определенный окрас предложению. In no way. Emphatic expressions. In no way. Ну, в общем-то, такой же вариант на русский язык перевода, как и в первом случае. Никоим образом, ни при каких обстоятельствах Джеймс не мог бы сдать этот экзамен, если бы он не использовал шпаргалки. Окей. Такой вот финал истории. At no time have we suspected foul play. At no time have we suspected foul play. Play. At no time. Еще такая фраза, которая приносит определенный окрас, потому что предложение переводится at no time have we suspected foul play. Ни при каких обстоятельствах мы не можем принять грубую игру foul или игру с фолом, или ни при каких обстоятельствах мы не можем подозревать, что эта игра была нечестной. Вот такой вариант. Окей. Foul. Fall. Not until I have spoken to everyone will I be able to make a decision. Not until I have spoken to everyone will I be able to make a decision. Опять инверсия will выносится перед подлежащим I. И это происходит потому, что здесь есть такая эмфатика. Not until I have spoken to everyone. Прежде всего я должен поговорить с каждым, только после этого я приму решение. Или я не приму решение до тех пор, пока не переговорю с каждым. Okay, good job. Very nice job. Little did they know what their children had been up to. Little did they know what their children had been up to. Little. Такая эмфатическая конструкция. Слово эмфатика. А что за эмфатика? Какой окрас предложения? Did перешло перед подлежащим. No, did. They, no. Даже смотрите. Здесь не перешло ничего. Прямо почти вопрос. Did перешло, поставилось перед подлежащим, и получилось. Мало что они знали о своих детях, то есть, мало что они знали о своих детях, в каком смысле? Чем заняты дети?
Мало они знали, чем их дети заняты или какие у их детей интересы. Вот такая эмфатика little. И потом идет перестановка. Okay, let's look at some negative frequency adverbs. Seldom. Seldom had Fred met such an intriguing person. Ну, теперь пошли frequency adverbs, наречия частоты. Seldom had Fred met such an intriguing person. Никогда прежде Фред не встречал такую интригующую фигуру, такого интересного человека. Никогда прежде Фред не встречал. Окей. Rarely. Rarely does Anna get involved in gossip. Rarely. Rarely does Anna get involved in gossip. Практически никогда Анна не принимает участие в сплетнях. Или практически никогда Анну не удается каким-то образом затянуть в круговорот сплетен. Never. Never has he felt so betrayed. Never. Never has he felt so betrayed. Никогда он не чувствовал себя таким преданным. Преданным в смысле его подставили, его предали. Может быть, даже и друзья. Никогда он не чувствовал такое чувство отвращения, потому что его предали. And finally, hardly ever. Hardly ever do they talk to their neighbors. Hardly ever. Hardly ever do they talk to their neighbors. Они никогда практически не говорили со своими соседями. Ну, такое случается. Итак, в черном выражены, выделены эмфатические выражения, после которых идет инверсия в той или иной форме. Окей, that's all for today. Still don't want to do a very boring class. Because it's summer, again, I have to remind you that you have to spend a lot of time outside with your friends, with your family, okay, and of course with your children. And you are always welcome to the School of English, and I appreciate your listening, and I appreciate you staying with me and saying goodbye to you. All the best, Alex.